Новый блокчейн-кошелек стартует в День борьбы с нищетой. 17 октября, когда по инициативе ООН отмечается Международный день борьбы с нищетой, стартует ICO компании HostCoin. Компания готовит предоставление ультрабезопасного интернета на блокчейне и планирует запуск мультивалютного блокчейн-кошелька с поддержкой более 5 криптовалют и круглосуточным доступом как с компьютера, так и со смартфона. Напомним, HostCoin – это компания, которая создает хостинг на основе блокчейн-технологии.